Здорово, Дим. Здорово, Андрей. Привет. Рэмбоза нет сегодня, придется вам за него отдуваться. Вон, у нас виртуальный Рэмбоза и виртуальный Витя Агыга. Сила двух вождей с вами. Тебе как бы более приближен Витя Рэмбоза, Андрей, а к тебе более как бы Витя Агыга, да. Как он смотрит, ты посмотри, какие выразительные у них лица. Вообще. Так они на свадьбе на какой-то, наверное, сделаны фотографии, члены политбюро. Жених и невеста, что ли? Похоже. Жених и невеста. Блин. У Рэмбоза суровый взгляд, а... Он жених. А я невеста, понятно. Блин, тоже матерая невеста. Матерая. Ну, о чем мы с вами поговорим, пацаны-то, сегодня? Я вижу, у Андрея хайр какой-то сегодня разноцветный, блин. Ну, да. В честь чего, блин, такая... Не знаю, так получилось. Покраска. Я просыпаюсь, блядь, а не розовый, я ж охуел. Да ладно. Вообще, я тебе говорю, походу какие-то самые волны, может быть, от микроволновки идет или от телефона, не знаю, какая-то нездоровая хуйня идет. И какое чудесное совпадение, у меня бантик. Вы, наверное, где-то как тамадами подрабатываете, да, Дима? А ты с балалаечкой, да, сегодня? Да. Я по электричкам. По электричкам? А я провожу свадьбу у сатанистов. У сатанистов? Да. Помогаю им кошку деревья снимать. Библию Антона Шрайдера Лавея зачитываешь там. Эмаготы. Черно-розовые. Ты эмагот? Да. Правда? Конечно. Ты эмагот, да? Эмагот. Это какое-то дебильное слово, на самом деле. Да, а как это по-другому называется? Ну, раньше это называлось эмобоями. Эмобой? Да. Эмобой. Там далеко, в 2007 году. Это эмобой, да? Это вот эта группа Токио, да? Блять, ну Токио Хотел, ты имеешь в виду? Да. Ну они были типа такой, как объяснить? Дима, ты знаешь группу Токио Хотел? Депрессивный какой-то эмо. Какой депрессивный? А это, блядь, обычная попса, самая, она, вот, ничего такого. Там какие-то непонятные люди там играли в этой группе, там, не поймешь, то ли баба, то ли мужик. Ну, эмогот. Так это вот это и есть эмоготы? А, эмобой, то есть, да? Ну, нет, это... Да подожди, вот ну... это эмо, это, короче, музыка трансвеститов. Опа! Хуй, я, ты, блядь, перевел ногу. Вожди, смотри! Вожди, как ты можешь ругаться суровый. Блин, да, я не знаю, если мы возьмем вот в то же время, что слушали те самые эмобои, какой-нибудь там, не знаю, там, Аматри, там, Стигмату, блядь. Ну, понимаешь, и туда вот Токио Хотел вообще не вписывается никаким боком. А что, эмобои Токио... слушали Аматри и Стигмату? Именно. Они, потому что они играли Макур. Блин, я что-то вот концерт смотрел, я там вот не видел такой публики. Я живые концерты смотрел. Не, ну смотри, от какого года? Ну как вот того, про который ты говоришь. Ну это очень странно. Ну откуда они там возьмутся, тем более в Питере? Ну ебать, там челкарей не было, конечно. Ну это Москва в основном, по-моему, так, больше, более такая движуха. И Токио. Да, толкинисты, это толкинисты были. Токио. Токио. Оттуда все. Ладно, подожди, допустим, начали уже эту тему, давай с ней не будем спрыгивать, короче. У нас российские группы, кто такую музыку играет, кто это? Играли, наверное. Ну, наверное, играли. А сейчас уже отошло это все, да? Конечно. Сейчас это, во-первых, уже можно называть пост-хардкором. А это еще и пост... Или метал-кором, знаешь, это вот одно из... Мне все время казалось, что это какой-то гранж, только более мягкий. Да. Что? Вот эта музыка, вот как вот отель вот этот. Блин, ну Токио Хотел, вот обычная попса, понимаешь, попса с гитарами, которые поймали тренд какой-то и начали хуярить деньги на этом. И не более того, ну, то есть это вообще не показатель. Не показатель, не показатель. А кто вот из русских команд играл такую музыку, допустим? Кино. Кино. Кино не могли играть, а у них постпанк. Да ладно. Ну ты можешь вот на балалайке группу Кино сыграть? Вообще не вопрос. Что, правда, что ли? Как же там? Ну-ка.
Да, это что-то из неизданного, походу. Пришли домов. И все дела. Эмма, Эмма, это, по-моему, уже пошло от Кью. А кино это все одинаковое. Вот они, Эмма, плачущие девочки. Такие подкрашенные. Румыны, одним словом. А группа Хим, это не Эмма случайно? Нет, вот они, они типа упирались больше типа как по готике. Ну, вот они. Но опять же, они были того же попсой. Короче, я так понял, русских Эмма нет. Почему? Есть команды, там, типа, какая там, Красная линия или как так? Кино. Есть. Да какое кино-то? Если ты сказал всякие там стигматы, 5 диезы, блядь, аматри и так далее, все. Да, это металкор. Группа Август. Так это и есть, понимаешь? То есть эмо-кор и металкор, по сути, это одно и то же. Да хорош. Именно. Ну, что ты? Именно. Да ну ты вообще уже. Как может быть металкор, блядь, эмо-роком? Я бы тут сказал, что эмо-рок. Сказал эмо-кор. Это одно и то же. Эмо-кор. Да. Вот это отель Токио был Эмакор. Да что отель Токио? Мы вообще его сейчас не берем, блядь. А что мы берем? Дай мне какую-нибудь группу за основу, кто играл Эмакор. Я тебе вот уже причислил. Стигмата? Ну там, да, всякие такое. Там черно-белые дни, там сентябрь горит, блядь, и тогда, ну, черно-белые дни от того матри. Ну. Вот, ну, это пиздец, ты чё? Это Эмакор? Да. Блядь, они там, наверное, сейчас, блядь, кулаками об столы стучат, блядь. Тебя проклинают. Для нас в Эмма записали, надо его расчленить. Может, они и были ими. Да хорош ты, да? Хотя, блин, у них прически, да, такие прилизанные там были. Ну да. Такие команды. Ну да, у них зализаны. Ну хотя, блин, что, блин. Зализаны, накрашены и так далее. Ну что ты, блядь, там. Ну да. Там щелочки, вся хуйня. А ты, Дим, помнишь группу Наутилус образца 90-го года? А все какие-то все накрашенные там стрелки там. Кинчев, да. Так это вот нахера они красились-то хоть? Это вот что, глэм-рок, получается, они больше любили? Или как, пытались играть глэм-рок? Ну они все пытались играть Кью. Да. А те подкрашивались, ну и все, просто три аккорда и погнали. Так это что, правда, что Цой там у Кью какие-то мелодии там тырил, да, получается? Ну так. Послушай, один. Не, ну такт, я три песни все, как-то послушал, очевидно, блядь, ну да, там есть, конечно, но не то, что целиком прям содрано один в один, а вот кое-что проскакивает, да, я не спорю, есть такая там. Ну потому что очень просто, а что этим ребятам? В каких-то 80-х годах у них 2 копейки денег. То взял гитару, 2 гитары и все, и погнал. Кью придумали эту гениальную простоту, вот эту тык-дык-дык на струнке на одной. Гениальная простота — это вон Витя Агыга с песней «Дембеля». Блять, вот это гениальная простота. Или Витор, да, кстати. Ну и так все совпало. По времени, по музыке. Понятно. Ничего не надо, никаких ни примочек, ни дисторшенов. Ну а ты вот от какой группы фанател, Дима? Дим, ты вот от какой группы фанател? Ну от Кью я тоже фанател. Да? Да. А мне вот Кью не нравится, слишком медленно. Ну когда мы бухали в дождь, очень хорошо. В дождь? Осенью. Ну да, у них такая депрессуха какая-то там. Хорошо, что мы не понимали текстов, а то бы повесились все, наверное. Да. Там же у них все так очень плохо. Все на суициде замешано. Никаких надежд. Почему в эмо-группах, блядь, все на суициде замешано? Ну так это все. Андрей, ты же больше разбираешься в этой хуйне. В суициде? Нет, вот в этих группах. В суициде шарят. Хуй пойми, какого направления, которые поют о том, что, блядь, меня кинула тёлка. Мне надо срочно скрыть вены, желательно в ванной, когда дома нету никого. А лучше газ включить на кухне. Не, бля, газ хуйня. Не, надо резать вены. Да, нет, газ хуйня, надо резать. И вот припев пошел. Ну. Газ хуйня, надо вены скрывать, да? Там, сосед орет из-за стены. Да, хуярь вены, вены хуярь. Ну, типа того, да? Вот это и есть металкор. По сути, да. Вот, заеби. Ну, любая, знаешь, вот любое творчество, оно должно просить деньги. Знаешь, ну так или иначе. Ну, понимаешь, как это изначально как бы кто, да, что не пиздел, каждый хочет работать. Вот. Самая благодатная публика, это вот как раз лет вот 16-18.
которые слушают такую музыку. Металкор, эмокор. Именно. И можно давить на всякие эмоции. А на что можно давить? Вот у всех там всякие суициды и так, ну, так далее. Знаешь, ну сильные эмоции. Группы смерти, синий кит. Мы будем бить китов. Ну это просто подростки. Ну. То есть... Все стоит, голова не работает. Вот и надо куда-то девать. В армию всех. Или на войну, кто покруче. Прыгать куда-то с крыши. Куда-то девать надо это все. Вот они деваются. Прыгать с крыши на ножи. Прыгнул с крыши, разбежавшись, прыгнул с крыши на ножи. Всех вот, вот я был, и вот я не стал. Да, ты знаешь, как получается, то, что сходил ты на концерт Аматри, выходишь и в Сирию, блядь, да? Все. Не, в Сирию уже потом. Ты, по-моему, после Аматри выйдешь глухой напрочь, блядь. Если не возьмут уже в Сирию. Танц в зоне, блядь, какой-нибудь. Стройбат только. Строй...